Всем привет, и я вам сегодня покажу, какие я рисунки нарисовал. Вот первый рисунок, крипер, нарисованный в телефоне. Я нарисовал, просто телефон не раскрасил. Я не успел его еще раскрасить, я захотел, чтобы он был белым. Дальше я нарисовал золотое яблочко из игры Майнкрафт. Вот такое хорошенькое яблочко. Дальше я нарисовал крипера в наушниках. Он такой прикольненький, стоит такой и слушает музыку. Дальше я нарисовал ТНТ, тоже из игры Майнкрафт. Я рисовал эти все рисунки по клеточкам. Вот такая хорошенькая ТНТ. Такая пум, взрывается и уходит. Дальше у меня идет Among Us. Всем популярная игра Among Us. Among Us. Вот первый человечек у меня синенький такой, прикольненький. Я везде написал Among Us. Так, значит, второй человек у меня желто-коричневый. Вот такой. Второй у меня красно-оранжевый. У них такие тени прикольные, тоже написал я. Второй розовый еще есть. Вот такой. И зеленый. Зелененький. Теперь я вам покажу мои простые рисунки. Первый мой рисунок. Вот такие стоят два человечка, оранжевые, коричнево-оранжевые, большой с тыковкой на голове, и у него есть малыш, и тень так отражается. Второй рисунок, сиреноголовый из Майнкрафта. Вот такой прикольненький, сейчас вас кушает. Дальше я сам придумал нарисовать человечков из Among Us, держащий круг. Вот такой хороший рисуночек. Дальше я нарисовал предателя, который убил одного из игры Among Us. И дальше я уже сам придумал вот нарисовать вот такого человека с улыбкой. Тоже из игры Among Us. Дальше у меня идет просто треугольник, и в нем написано SCP. А дальше море, это мы рисовали в школе. Такое вот море с пляжем. И солнце светит. Так, я заканчиваю, и сейчас будет показывать моя сестра. Я сейчас вам покажу мои рисунки по клеточкам. Вот такой вот цыпленок, я его придумала сама. Вот такая вот белочка, я тоже придумала сама. Нарисовала вот так вот. Только личико. Вот такая снежинка. Ну, вроде похожа на паутину. Вот еще вот такая елочка с грибочком. Тоже нарисовала сама. Это убирай. Вот я нарисовала вот такой вот карандашик черный. Вот такой. Нарисовала вот такой цветок. Вроде как в Майнкрафте на другой. Вот такой вот помидор. Вот клубничка такая непонятненькая.
Вот такой вот еще рисунок в виде пандочки, но не очень похоже на панду. Это лицо панды. Вот такое вот красивенькое. Вот это я пыталась нарисовать вот единорожку. У меня вот так вот получилось. Вот еще вот такая цыпа. Тоже сама нарисовала. Еще есть у меня вот такое вот красивенькое сердечко. Вот такой вот телефончик. Вот шарик мой. Вот такой вот авокадо. Вот такого вот котика. Сейчас я найду самое прикольное. Вот такой вот арбузик прикольный. Вот сейчас еще кое-что покажу вам. Вот сейчас вот эти три. Вот такой вот кактус. И вот я нарисовала Пикачу из песни. Теперь я покажу вам свои обычные рисунки, не по клеточкам. Вот такое вот деревце на полянке растет. Вот такой вот замок. Я его не раскрашивала, правда. Еще нарисовала вот такого вот прикольненького песика. Вот так. Вот такую вот лошадку. Вот я нарисовала вот такой вот Пикачу. Вот таких вот единорожков. Вот такую вот лошадку. Котика вот такой вот я нарисовала. Вот такую вот лошадку. Сейчас арбузик. И вот такого вот котика.